Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я хочу сегодня показать вам две своих новиночки, два крючка. Я их купила на AliExpress. Крючки шли набором, то есть они продавались вместе. Я их покупала не раздельно. Номера крючков 7 и 8. Такими крючками толстыми я вяжу сумки из трикотажной пряжи. Можно также вязать корзинки, коврики, ну все, что возможно вязать из трикотажной пряжи. Крючки выполнены из алюминия с резиновой ручкой. Такие ручки очень удобны в процессе вязания, так как за счет них крючок не скользит в руках. У меня в наличии есть еще один крючок с прорезиненной ручкой, я его купила давно. Его ценовая категория была примерно от 300 рублей. Насколько я знаю, такие крючки в магазинах стоят от 300 и выше, в зависимости от производителя. Вот эти два крючка я купила за 150 рублей, что, согласитесь, очень выгодно, тем более за эти деньги были куплены два крючка, а не один. На вид они гладкие, вы можете разглядеть сами. То есть никаких сколов я не вижу. То есть равномерная поверхность на одном и на втором крючке. Я в основном пользуюсь восьмеркой. Семерка бывает нужна, когда нужно связать плотно. Например, лямки я вяжу семеркой либо шестеркой, а сумки в основном я вяжу восьмеркой. Десяткой, девяткой пользуюсь редко, поэтому я выбрала такой вариант. Для меня это самый подходящий вариант 8 и 7, самые нужные номера. Расцветки симпатичные, не слишком яркие, не слишком бледные. На вид очень даже веселенькие крючки. Давайте попробуем их на деле. Я взяла крючок номер 8. И попробую связать цепочку из трикотажной пряжи. Довольно-таки легко проходит. Особых сложностей в вязании не создает. Это говорит о том, что поверхность гладкая, ровная, и она не цепляется за пряжу. И еще важно то, что захватываемая нить не соскакивает с крючка. Вот эта вот выемка уголовки достаточно большая и удобная. Попробуем еще связать столбик с накидом. Прекрасно проходит. Лично я толстый крючок вот так вот в руках не держу, так только тонкий. Толстый я всегда держу вот так в руках, так мне удобнее. Вы держите так, как удобнее вам. Давайте попробуем вот этот крючок. Он поменьше, потоньше. Тоже прекрасно проходит через пряжу. То есть вот такое вязаное полотно получается с помощью этих новых крючков. Думаю, что следующую свою сумочку я буду вязать обязательно из этих крючков и буду пользоваться теперь ими постоянно. Они мне понравились и внешне, и по качеству вязания очень даже удобно. Советую вам приобрести такие крючки, если вы вяжете из толстой пряжи. Для тонкой они, конечно, не пойдут. Хотя бывает всякое, что кто-то умудряется и вязать тонкую пряжу толстыми крючками. Ну, конечно же, большим плюсом является цена для этих крючков. 150 рублей за два крючка. Я думаю, в магазинах вы таких цен не найдете. Так что проходите по ссылочке под видео, которую я для вас оставлю. Посмотрите эти крючки. И еще, кстати, большой плюс, я забыла вам сказать. Они ехали ко мне примерно 2 недели. Что для сайта AliExpress довольно-таки быстро, я считаю. Что бывает, заказы приходят месяц, а даже и два. Спасибо, что смотрели мой обзор. Надеюсь, что он вам будет полезен. Если вы приобретете себе такие крючки, они вам будут служить долго, и вы свяжете много интересных вещей с помощью них.
Всем пока-пока!